free. Hard to react. Одна палка же это обычно. Супер коннект.
Италия. Да, съелся. Да, не очень коннект, ничего не видно. Ну, конечно, могу вот сейчас идти пойти дэшиться у него и просто замесить. Ну ладно. Плохая комба. Но, похоже, ему было видно не лучше моего в этом матче. Еще неплохо получилось держать его под контролем. В первом раунде пытался бегать в меня, дэшиться в меня. Нормально получилось. Я пропустил несколько раз, но во втором раунде, когда нужно было, все хорошо. Это не очень круто. О, ну да, конечно. На что я рассчитывал в таком коннекте?
Oh, I missed. Не был я уверен, что с одного, что без бара убиваю, поэтому, ну, типа, в такой ситуации можно себе позволить отдать бар, ничего страшного. Привет, Final Boss. Ну, не так чтобы отдыхал, просто, ну, короче, не мог играть в Street Fighter некоторое время. Поэтому и стримить-то нечего было. Каги. Ну, я купил, посидел в практике полчаса. И не понял, потом посмотрел кучу видосов и не понял, что такого мне Каги даст, чего я еще в игре не мог поделать. Ну, в общем, решил не играть за Каги. О, как там это делается? Вот так. Да, сейчас же так нельзя делать. Ха-ха, где дупета? Да, быстрый нормал. Я, в общем-то, понял, что мне неплохо будет пожить и с Кеном. Ну, то есть, вот, короче, какая смешная угорела прическа на фризе, на кадре на этом. Я понял, что Кену дали чуть получше Шинрюкена, а это, в общем-то, была... Ну, что сегодня такое-то? А это была единственная моя такая значительная проблема, ну, вот... Типа, мне этого в основном не хватало с персонажем, потому что я сильно страглил против фаерболов, ну, против Гайла, в общем-то, в частности, в основном. Ой, я играл уже с этим англичанином. Проиграл, по-моему. Раунд 1. Файт! Mm-hmm.
серьезно. Хорошо сейчас получилось не отпустить его вот в последнем раунде. Я почти отпустил, но хорошо, что он нейтрал джампнул в углу, а я сантиэйрил. Вот это было очень удачно. И потом я не побоялся попрессить его на вейке, потому что у меня был большой лайфлит. Правильное решение. Вообще, дважды сантиэйрил я нейтрал джампа в углу, это приятно, это хорошо. Странное что-то произошло. Я хотел краш-каунтер дать и бросить его обратно в угол, и почему-то это не вышло. Неплохо. Чуть-чуть не получилось сантиэрить. Как мне четвертый сезон? Не знаю, ну... Я еще недостаточно поиграл, чтобы... Вот это обидно.
Не нужно было, наверное, умничать здесь. Нужно было идти в комбу в супер и получать свои оки. Ну ладно. Думаю ли я, что изменения окончательные? Не знаю, трудно сказать. Жалко, бывает. Смешно, ладно. Первый neutral jump я просто пропустил, во второй я нажимал ДП, но поздно реагировал. Повезло, что он. Хорошо. Ой, я просрал свое счастье, боже, зачем я это сделал? Но я не заметил, был у него реверсал, когда я сделал ему таргет комбу в блок, или не было. Наверное, был. Ну, а еще, конечно, можно было и сконфермить тот хит, который в него попал, Backnet Funch. Ну ладно. Все хорошо, что хорошо кончается, в конце концов. Чуть дальше. Не тот сконфермил хит. Да, слишком низко я сейчас попал в тацу. Next DP не сконнектилось бы. Привет, Амар.
Ну ладно, попробуем. Да, давненько, потому что меня давно и не было. Я вот рассказывал только что Final Boss, что не было возможности играть в последнее время. Ну, сейчас снова появилось. А, ну ладно, против Фальки, наверное, можно и все еще в Т1 играть. Видишь, четвертый сезон появились фалк-плееры, кроме тебя. Раунд 1. Файт! Нужно было и поконфермить. Ходит назад. Хорошо. Ой, да, действительно неправильно. Ой, забыл, что делать надо. Окей, первый блин комом. Неплохо. Да, хорошо. Второй, наверное, даже лучше. Ну, мне по этому поводу, пожалуй, нечего сказать. О, неплохо. Да да, медленный Хадукин, слишком медленный, надо совсем поздно его под него присаживаться. Так, с ноги, да, сильный минус. Ну, ДП мешали, потому что, типа, почему не нажать? С этим вроде ничего не изменилось, у нее фрейм-дата поменялась ведь только на обычном шоте, там плюс теперь. А все остальные спешилы как были, так и остались, по-моему. Чуть-чуть.
Сайка, что-то там. Ну, значительно активнее чувак начал. Раунд. Ну, я и не против. Да, это все еще не работает так, как тебе хочется, бро. Интересно. Привет, UH. А, Sick confirms. Sick confirms. Почему-то я снова начал страглить против Рю. Типа, невыигрываемый для меня матчап. Не могу понять почему. Наверное, потому что, типа, в Ground Game, в игру, которую я хочу играть, Кен играет... играет хуже, чем Рю. Ну... Да, наверное. Пожалуй, ты прав, я Амар. Действительно сложно. О, неудача. Интересно. Окей. Что такое? Печально. Могу поиграть на Гайлу минут через 15? Да, конечно, конечно подойдет. Спасибо, НМЛ, привет.
Привет, Кью. Да я бы рад, но я не тренируюсь на платине, я играю на платине. Я понял, что мне вот не хватает чего-то фундаментального для того, чтобы взять даймонд. Ну что, я умер? Нет, он бомж. Окей, я типа знал, что я могу вифнуть здесь экшорю. И я типа, и я был уверен, что если я сделаю второй, я попаду в хит. Боже, еще и контрхит. Умиляют попытки лайт конферма в таких лагах. А так, ну, чьи, его или мои? Ну, он-то не пытается, кажется. А мои-то, в них ничего такого особенного нет. Я же с трех лайтков конфермлю. Ну, то есть я, типа, даю ему мити, а в этой ситуации я три лайта нажимать могу. Ты готов к даймонду? Ну, у меня есть один даймонд аккаунт, можно на нем поиграть, наверное. О, реверсал. Predictable as shit. В итоге четвертый сезон будет на Кенни или пока не знаешь, но скорее всего я хотел поиграть еще на Рю, но я поиграл полтора часа и понял, что no way. Возможно, я некоторые матчапы все-таки буду играть на Никалле, но в целом Кен, ну типа, мне все еще есть что поделать на Кенни, а теперь, когда ему дали нормальный Шинрюкен, который типа засасывает и подальше, ну не, Кью, Каги нет. Я не понял. Ну, я еще посмотрю, как там Сака играет. Но сам я не понял, зачем играть на Каги. Он ничего не дает такого, чего у меня нет на Кенни или Никалле. Ну, мне. Как мне так показалось. Он типа такой, ха-ха-ха, скенчили все в хардовый стомп, а ты гадай. Не знаю, не нравится. Он не про то, про что был Evil Ryu. Ну, Evil Ryu был конченый, Каги не такой конченый.
Мне Акен мне все еще нравится. Типа, интересный чар, как мне кажется. So. Да нажал я Тацу. Сторонник чистой атаки. Да нет, мне просто рисковать не нравится. Слишком много риска, ну вот... Не знаю. Ну вот я играю без риска, но это, ну типа, я уверен, что так как я играю, это не оптимально. Ну, по крайней мере, это не оптимально, учитывая... Да что сегодня такое-то? По крайней мере, это не оптимально, учитывая мои возможности. То есть, типа, если бы я мог конфермить, там, 60% крауч МК, 90% таргет комп, антиэри 10 из 10, реактить на дэши. Вот если бы я так мог делать, ну, с таким процентом успеха. Да господи, почему я не могу этого сделать-то? Неприятно. Am I good or am I good? Привет, Сенис. Ой. Итак, первый раз в жизни я сделал этот фейк кроссап сетап. Привет, Бал. Это, кстати, не вернуться ли мне к этому костюму? А, это был первый матч. Yeah.
Вернус. Интересно, он паниш убирает, конечно. А, жалко. Не сумел во второй раз интерить ротацию. Фу, обычную, в смысле, хардовую ротацию. Я вроде как присел, побуферил немножко, а потом перестал и не успел. Немножко трудненько играть из-за того, что тоже, типа, коннект такой. Да блин, не ожидаю я этого свипа. Ну, please, come on. Тяжело реагировать в этом коннекте на бег. Вообще на что угодно тяжело реагировать. Плохо.
Да, я пожадничал и бэкдэшнул. Он молодец, проверил джебом. Вот еще бы он не лагал, вообще был бы молодец. У Кена его реверсал мне непонятный, он очень крутой просто. Он быстрый. И оставляет на ногах. Чего тут непонятного? Can't react. Ну, он такой же, как у Зеку и Каги, 12 фреймов. Чун Ли тоже вроде быстрый. Но я точно не уверен. Да что ж такое, сегодня за шоты день. Кстати, против Рю тоже можно попробовать брать второй в триггер, наверное. Неплохо. Ой, не то, что я хотел, но ладно. Окей. У Кена на оверхеде при блоке на медовом. Неплохо, могу в супер кэнселить. И тут снова могу в супер кэн... Да, вот здесь. Отлично, очень хорошо сыграно. Чувак круто играет довольно. Типа он очень солид, очень спокойно играет и не рискует, хорошо защищается. Ну то есть типа он там не текает.
Round one. Fight. Street Fighter 5. Неудача. Хорош. Окей, ну ладно. Надо было хардпанк. Вот, кстати, нерв хардкика. Хорош. Nice. Okay. Ну, все, он не текает, я говорю. Поэтому я три броска подряд искормил, потому что он не текает. Street Fighter, take the throw. Особенно, когда ты не умираешь от броска, вообще нет причины текать. Ну, типа, ты можешь сожрать бросок, но при этом быть готовым к тому, что после него. Прикольно, хороший матч, хороший сет вот этот был. Понравилось мне играть. Я правильно набираю? НМЛ. Туда, куда надо, я инвайт кинул. Судя по всему, да. Round one. Fight.
Рано сентиэрил. Вторым так хитом попал, жалко. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. You win. Приятно, когда реакшн штуки получаются. Чё это за смайлик такой? Эмодзи в смысле. Round one. Fight. Блин. Плохо. Чуть-чуть поздно. Thank you.
good. Ой, это был второй раунд, так я мог супер отдавать, блин. Невнимательно. Стана больше нет. Трижды уже удачно прыгнул. Конечно, большая редкость. Ну что, довольно много удачи, конечно, сопутствовало мне в этом сете. Но и то, что я хотел поделать, я тоже поделал. В Сонике сделал я. Два раза я сделал Шинрюкен в Сонике. Вроде бы два. Ну, где два, там и три. Let's go. И бар отдал. Очень глупо. Раунд 2.
Кстати, убьет. Голый Шинрюкен Супер делает что-то типа 460 дамага или что-то такое. Так что это типа сильная опция прям. Господи, сделал я ДП. Наверное. А, вот что я неправильно сделал. Я крошкаун. Я с хардпанча начал комбу. Надо было со впрыжки начинать, тогда я бы за меньше пар убил. Can use 2 CA in one match? Yes, I do. Win. Yes, I can. And by the way, hello, SO5 Ken. Nice to meet you. Nice to see you. What's up with me? Come on. Nice to see you. Blah 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 blah. Round one. Fight. Yeah.
Trижды the round, like a jump. Of course, you can use that in the real match. I mean, in ranked. Oh, bad luck. Nicely done. Okay, I got all the resources I need. I don't know if it's gonna kill. I'm not sure. Probably not. But that's a meaty against Guile. I'm plus one after two dashes, and Guile does not have a three-frame button, so... Well... Oh, you mean the V-trigger, right? The Shinruken. Well, most characters that have two bar V-triggers, they all can use that twice around. Because even just your life bar builds more than, slightly more than two bars of V-meter, so... And couple that with a few crush counters or V-skill usages and you have, like... significantly more than enough for two activations. Round one. Oh, that's no problem. Fight. Happy to help. Do the Sobot. Damn it. Man, I wanna punish his Sobot, because it's worse now than it. Fucked it up, but I picked it back up. Round two. Fight. Okay,
That's bad. Oh, come on. Ну что? You lose. Sure you can. Yeah, see you. Блин, как жалко. Таргет комбу сделал и такой типа, а что делать? Как в супер-то сконвертить? И никак не сконвертил. Очень жаль. Правильный раут там. Таргет комба, хадукет супер. Но не был готов я. Нет, это не... Удача. Тот ведь триггер. Не тот ведь триггер. Забыла, но мало что ведь триггер-то не тот. Ладно, прыгать надо поменьше все-таки. Оба мы друг от друга поубегали, оба неудачно. Ну ладно.
Да. Round one. Fight. Nice punish. Почему я опять потратил бар? Зачем? Да, в третий раз уже так вот интерьер запарываю. Ну ладно. Тысячу конфермов я там запорол, но что есть, то есть.
Борненько. You win. Round one. Fight. Решение неправильное. Раунд 2. Ну да, страх Шинрюкина, короче, позволяет мне вперед идти довольно смело. Это приятное ощущение. Ладно. Back to the game plan. Yeah.
Ah, fuck, I'm so stupid. Round two. That's a shame. But whatever. Whatever. Ну, больше суеты стало. Вот в этом, в прошлом сете. Что-то кончилась выносливость у меня. Хочется побыстрее что-то делать. Okay.
Ну ладно, тут я, конечно, читал EX Hadouken, потому что он несколько раз до этого в этой ситуации, ну, в смысле, EX-бум, что он несколько раз прям в этой же самой ситуации делал бумы. Вот, я с такого расстояния не могу, на самом деле, реагировать на них. Вот. Особенно на EX, конечно же. Так что это был чисто рит. Я дождался, пока что-нибудь произойдет, и нажал. Ну ладно. Случается. Ладно. Что же делать? Round one. Fight. Hadouken! 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 Round
Да, как-то я предсказуемо там в конце подействовал после того, как сентиэрил в Шинрюкен в комбу. Можно было получше сыграть. Ну, последние два матча чуть-чуть за это запровалил. Ну ладно, не страшно. Фуф. Угу, да, я тоже подумал, что надо последнее сыграть. Чё, попробую собраться и не обсираться, как в предыдущем сете. Ну ладно, зато сантиэрил, причем кросс-кат же. Yeah.
Наверное, хватило бы и XDP, но... Ладно, лучше уж наверняка. Да, вот это, конечно, Кен может делать. Такой у него флоу. Если два раза не угадал. Что-то он не очень быстро хотел там нажать. Как же меня веселило, когда я СДД умирал от ВТ2 Кена на стриме и горел. Ну, видишь, когда... Это можно понять, потому что когда ты не играешь за персонажа, вот СДД не играет за Кена, например, ты не можешь, в принципе, оценить, насколько легко или тяжело те или иные штуки контрятся. Ну, то есть, насколько сложно сделать Шинрюкен тебе в Sonic Boom. Насколько это legit и оправданная опция даже. Хадукин здесь был вообще ни при чем. Round 2.
Да, неправильно, неправильно. Ну да, V-Trigger-то второй, у него меньше причин кидать Sonic Boom под V-Trigger. Больше причин идти в дамаг и во впрыжку, например, там. Дважды техну. Чё-то дважды не техну, если бывает. Да, что-то странное, я вот не играл, ну сколько там, месяц почти, я, ну вот сегодня я два раза впервые в жизни в матче сделал этот самый Cross Under. Да, да, но это типа обычный сетап, ну в смысле, это известный сетап, вот этот. Вот. Там есть... Да, да, я знаю, но типа... Я на самом деле не хочу быстрее играть, нормал. Я понял, что мне доставляет удовольствие игра вот в таком темпе. Да, тебе тоже спасибо, я что-то вот никого не мог найти, никто не хотел, ни один Гайл со мной не хотел играть. Хорошо, что ты согласился, а то бы я не знал, что я вечером буду делать. Ну вот, возвращаясь к темпу игры... Я понял, я типа посидел, пока вот не играл, написал себе на бумажечке, что мне интересно, что мне нравится делать в SF5. И это не играть быстро. Мне не нравится дэшиться и быстро принимать решения, мне нравится типа контролировать все.
Я буду стараться учиться играть быстрее, но это, короче, я понял, что если я делаю это приоритетом, то я меньше удовольствия получаю. А, ну, опять же, я поразмыслил и понял, что, ну, скорее всего... А, ну, да, я понимаю, я, типа, понимаю, что, ну, вот, например, ты действительно очень мало меня антиэйрил. Окей, я понял. Ну вот, типа, я понял, что я competitively, ну, как бы, наверное, уже стоит признать, что ну, короче, никогда я не буду претендовать на турниры. На то, чтобы брать турниры. Даже в России. Вот. Если внезапно какое-то озарение на меня не снизойдет, то, ну, наверное, можно признать, что типа, что я играю прежде всего вот для того, чтобы радовать себя. Вот. Я подумал, типа, а что меня радует? Ну, конечно, победы радуют, но я понял, что, типа, если я победил и не поделал при этом чего-то классного, не так сильно это меня радует, как если я Crouching Cough Super сконфермил. Или там Шинрюкин в Sonic Boom сделал. Или сентиэрил на кучу урона. Вот. Или там кросскат ДП сделал. Вот эти вещи меня прям радуют, и я думаю, что типа я буду играть для того, чтобы их делать. То есть, типа, это фактически означает, что я скраб, но окей. Окей. Ну вот, этот монолог завершает сегодняшний стрим. Я, как всегда, не могу пообещать, что регулярно стану стримить, потому что у меня тут, типа, real life немного атаковал. И вот в самое ближайшее время еще сильнее атакует. Ну, я так вот и подумал. Я подумал, что... Спасибо, NML, тебе тоже хорошо провести сегодня и уж тем более выходные. Ну вот, короче. Наверное, попробую опять стримить вечерами понедельник, среда, пятница, но ничего обещать не могу. See you later.